В эфире телеканала ННТ «Новости Дагестан», в студии Белла Ахмедова. Здравствуйте. И вот о чем сегодня расскажем вам я и мои коллеги. Прощай ветхое жилье. В Дагестане утверждена программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Из Махачкалы в аэропорт за 100 рублей. Регулярные автобусные рейсы по данному направлению планируют запустить уже 6 апреля. Больше всех в России. Более 20 тысяч дагестанцев посетили Поезд Победы. Боя не будет. Дебют Рустама Хабилова в лиге Bellator снова отменен. В Дагестане утверждена программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда с 2023 до 2025 года. Соответствующее постановление подписал накануне председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Документ предусматривает создание механизмов, обеспечивающих соблюдение жилищных прав граждан, установленных законом, в том числе и формирование финансовых ресурсов для решения данного вопроса. Участниками программы стали города Махачкала, Буйнакск, Дагестанские огни, Дербент, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Южный Сухокумск, Гергебельский и Тарумовский районы. Всего планируется переселить 5570 человек и ликвидировать при этом 69 409 квадратных метров аварийного жилья. Стало известно, кто построит мусоросортировочные заводы в Дагестане. Долгожданные три комплекса будет возводить астраханская компания «Строй-Сити». Работа уже начата в Карабудахкенском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Напомним, что в республике была проведена корректировка территориальной схемы обращения с отходами, после которой Дагестан поделили на три зоны – Махачкалинская, Дербентская и Хасавюртовская. Каждая из них будет построен мусоросортировочный комплекс и объект размещения отходов. При этом, по данным некоторых СМИ, до сих пор не определен подрядчик, который будет строить три полигона захоронения, непригодных для переработки ТКО. Общая стоимость работ составит 13 миллиардов рублей. 100 рублей. Такая плата установлена за проезд по маршруту Махачкала-аэропорт. Регулярный маршрут по данному направлению планируют запустить уже 6 апреля. На линию выйдет 4 низкопольных автобуса малого класса. Остановка будет располагаться на проспекте Имама Шамиля, 78, напротив торгового центра. Ежедневно автобусы будут курсировать в обе стороны с интервалом в полчаса. Время отправления из Махачкалы в аэропорт с 6 утра до 9 вечера. Свыше 1000 предпринимателей узаконили свою деятельность за год в Дагестане. Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы республики. Ими уплачено в бюджет более 20 миллионов рублей. За год специалисты ведомства проверили свыше 8000 бизнес-объектов с целью выявить тех, кто работает без регистрации, не платит налоги и не отражает объемы доходов. Таких по итогам рейда оказалось более 5500. В серую чаще всего работали в 5 сферах. Это продуктовые рынки, сфера общепита, автомастерские, автомойки и заправки. И к другим темам. На территории центральной джума-мечети прошел очередной ифтар с участием нескольких тысяч человек. Финансирование коллективного разговения в шатре Рамадана на этот раз взял на себя председатель Народного собрания Заур Скендеров. В мероприятии также приняли участие муфти Дагестана шейх Ахмад Афайди, депутаты парламента и жители столицы. Действительно, это самый главный месяц, самый священный месяц для мусульман. Ведь в этом месяце был ниспослан Таран. Это прямое руководство к действию для людей. Это месяц, в том числе, и покаяния. Это месяц и солидарности, и взаимопомощи, и взаимовыручки. Это то время, когда действительно надо остановиться, задуматься, посмотреть вокруг себя, посмотреть на свою жизнь. Это действительно священный, великий месяц. Я хочу пожелать всем нам, дорогие братья, пусть Всевышний Аллах услышит ваши молитвы, пусть вас пост будет принят. Очень рада видеть вас в этом народном шатре, который объединяет ежегодно все слои нашего населения, начиная с главы этой республики и всеми остальными. Простой народ сидит. Это то, о чем нельзя было просто представить лет 10 тому назад и 15 тому назад. Здесь мы видим, как Рамадан воплощается в нашу жизнь. В Махачкале прошел открытый мастер-класс по арабской каллиграфии. Мероприятие организовал отдел просвещения Муфтията республики. Об искусстве красивого письма знает многое Хасан Хельми Нугаев, который занимается этим делом вот уже 12 лет. Специалист рассказал молодым людям об истории возникновения и видах восточной каллиграфии. Все это сопровождалось практическими примерами. Если даже человек просто будет копировать даже какие-то работы, то уверен, в течение месяца-двух он уже какую-то базу получит по каллиграфии. И дальше постепенно, чем больше он пишет, делает, тем лучше и лучше будет с каждым разом получаться. Как бы наша цель, чтобы молодежь больше призвать к правильному творчеству, так скажем. Среди многих направлений исламского искусства каллиграфия занимает особое место. И в последнее время в Дагестане мы видим, как у людей проявляется наибольший интерес, потому что есть большая история, много различных надписей, рукописей в книгах и даже на могильных плитах, скажем так, старых. Поэтому много людей обращается с вопросами, спрашивают. Те люди именно особенно, которые занимаются искусством, которым это интересно. В связи с этим решили организовать такой небольшой мастер-класс для всех желающих. Пришли ребята, студенты из колледжа дизайна. И те ребята, которым это интересно и интересуется. И в дальнейшем тоже мы готовы обучать всех ребят этому искусству. Дагестан вошел в десятку лучших субъектов по реализации молодежной политики. Рейтинг регионов страны за прошлый год составило Федеральное агентство по делам молодежи. При исследовании учитывались три основных блока – выполнение ключевых показателей эффективности, их реализация на практике и участие в различных молодежных программах. Напомним, в Дагестане в 2022 году провели ряд патриотических акций, таких как «За наших», митинг в поддержку курса президента страны и специальные военные операции, форум «Каспий» и другие. Побили рекорд общероссийского тура среди регионов. Более 20 тысяч дагестанцев посетили «Поезд Победы» – первую в мире передвижную выставку о событиях Великой Отечественной. За 6 дней пребывания в Махачкале, Дербенте и Кизляре посетили школьники, студенты, активисты движения первых, представители молодежных организаций, а также дети участников СВО. Напомним, что в состав поезда входит 9 вагонов, посвященных разной тематике – довоенному времени, началу войны, концлагерям, госпиталям и победе над самим фашизмом. И немного о спорте. Дебют Рустама Хабилова в лиге Bellator снова отменен. Бой дагестанского миксфайтера и Джалила Уиллиса из США должен был состояться в эти выходные в Калифорнии. Причина, как сообщил Хабилов в своих соцсетях, бюрократические проволочки. Боец, находясь в Штатах, не получил разрешения на работу в этой стране, и поединок незадолго до взвешивания пришлось отменить. Ранее выступление Хабилова в Bellator срывалось 2 раза. Последний бой спортсмен провел в ноябре 2019 года под баннером UFC. Всего на его счету 24 победы и 4 поражения в ММА. На сегодня это все. Смотрите наши новости также на тематическом телеграм-канале. Всего доброго, легкого вам поста и хороших выходных.